куда мы вернулись? Мы вернулись туда, где никто не пропал. То есть антикризисный вариант, он был, он работает, но тем не менее. Мы вам предлагаем замечательный центр, где вы можете купить для себя Volkswagen. Volkswagen – это исключительная марка по одной простой причине. Я вам сейчас просто объясню, сколько машин вы видите на улице. Просто обратите внимание и посмотрите, что в действительности Volkswagen, они работают и работают очень долго. Не часто отечественный автомобиль может просуществовать 21 год. Не часто корейский автомобиль может столько просуществовать. Но Volkswagen, они работают и работают и дарят удовольствие своим владельцам и до сих пор. А теперь по сути. То есть мы приехали в город T-Motors. Но чтобы у вас не стало косяков и всего другого, я вам расскажу. Конечно, доллар скаканул, как это было и в 1998. Но скаканул он всего в 2 раза, а не в 6. Кроме всего прочего, я вам сейчас доеду, а вы поймете, что есть машины не сильно подорожавшие. То есть часть из-за рубежа, но основа-то делается где? В России. И какая-то основа. Volkswagen. Ух, как круто! Теперь дальше. Ну, подождем, это можно сделать, но по сути, проверка. Единственное место, где можно погонять, есть. И гонки на 400 метров, и по сути, все кольцо скоро будет вас ждать. Во как! То бишь, о сути событий. Суть косяков правительства как-то до T-Motors и не докатилась. Теперь вопрос, на чем мы сейчас поедем? Продолжаем мы поездочку, да? Я вам честно скажу, если вы хотите себе брать новый автомобиль, конечно, понятно, да, что у нас немножко доллар подпрыгнул, но эта машина сделана в Калуге. Мы ездим на исключительном варианте, то есть мы едем на Volkswagen Polo. Хорошая машинка. А теперь я вам расскажу о качестве сборки. То есть, как вы прекрасно понимаете, я езжу на всех машинах. Как вы прекрасно понимаете, я очень люблю американцев. Как вы прекрасно понимаете, и немцы для меня тоже родны. Естественно, я очень люблю японцев, но вы уж меня простите, я не езжу на Корее. Я не езжу на России. Ну не езжу я, потому что я знаю, что должно работать. А должно работать круто и грамотно. Круто и грамотно, и не ломаться в том числе. Так вот, теперь вернемся к нашим Volkswagen. Первый свой Volkswagen я попробовал тогда, когда еще Форда-то у меня не было. И этот Volkswagen был Volkswagen Андрея Хиловского. Так вот, этому Volkswagen с того-то момента, а он был 89 года, представляете, сколько времени прошло, да? Да очень много. Но он работает, и ничего с ним не случилось. Вот это прелесть Volkswagen. Теперь другие варианты, да? У меня человек купил также Volkswagen Passat 1.6. Кстати, мы ездим на том же самом двигателе 1.6. Просто он у него на полном приводе, а мы работаем на переднем приводе. Но все есть в наличии. Мало того, что касаемо вот этого Volkswagen Polo, в свое-то время такая ситуация была, да, когда люди прыгали туда-сюда. То есть можно было взять небольшой вариант, вот, но он был маленький. А мы едем в нормальном автомобиле, абсолютно грамотном автомобиле, в котором за моей спиной сидит человек моего роста. За моей спиной сидит человек, мой сын, и все абсолютно нормально. То есть сейчас все машины подросли.
И мы не говорим, что это какой-то мелкий автомобиль. Абсолютно этот автомобиль не мелкий. То есть он работает и работает для вас. Кроме всего прочего, есть такой вариант, вы покупаете машину, да? Конечно, может быть, у вас есть те деньги, почему бы и нет. Но мы сейчас говорим, пункт номер один, о надежности. Надежность – это супер. Пункт номер два, о цене машины. Данную конкретную комплектацию с двигателем, атмосферником, вы можете купить всего за 600 тысяч рублей. Но это будет все, что доктор прописал. Это будет магнитола с флешкой, и вы еще сюда можете поставить еще и карту памяти, потому что, ну, не у каждого же есть флешка, да, а карта памяти, вот обыкновенный сотовый телефон, воткнули, все. Вы даже можете сюда подключить еще и iPhone свой замечательный. Кроме всего прочего, это еще и автомат. О, супер! К слову, об автоматах. Ну, если вы будете их нормально эксплуатировать, то лет 20 они проходят легко. Но даже если что-то не получается, вы приезжаете сюда, в автоцентр Volkswagen, и здесь все вам делается. Потому что, ну, понятно, Volkswagen. Volkswagen – это качество. Теперь возникает вторичный вопрос. То есть, если вы, допустим, решили продать эту машину, да? То есть, эта машина, по сути, я бы все-таки рекомендовал брать Volkswagen для себя. То есть, вы ездите, потом жене передали этот вариант. Потом сын или дочка прокатится. Никаких проблем нет. Она, представляете, если она работает 25 лет по умолчанию, посмотрите на улицу, просто посмотрите на улицы. Обратите внимание, то есть я вам задам один маленький вопрос. Сколько вы видите корейцев? Ну, я так понимаю, что немногих корейцев вы видите старше 10 лет. Ну, их просто и нету. Вот. Отечественные машины, ну, они ломаются, они гниют. Извините, такова судьба. Эти машины работают. Мало того, через 3 года, если что-то вам надо будет его продать, то пункт номер один. Процентная ставка от Volkswagen Group всего 8%. То есть я брал как-то кредит. Вот. Я вам сейчас расскажу, там кредит был такой весьма интересный. Там никаких 8% не было. То есть нормальный кредит под 30, может быть, по 35% годовой. А нормально было. Вот это было клево, да? Вот такая ситуация была. Здесь абсолютно спокойно берете. Мало того, то есть и продать можно, и себе оставить, и вообще. Кроме всего прочего, мы говорим и показываем вам замечательную, исключительную трассу. То есть, когда мы говорим про кризис, мы говорим, а кризисов в Т-Моторсе не существует, да? Ну, да не в том, что что-то исчезло. Просто вы понимаете, ну, ценники такие, что вы пока сейчас не в состоянии себе купить Audi, вы себе пока не можете купить Volvo, вы себе пока не можете купить, хотя я бы себе купил. Но это ладно, это тема другая, потому что замечательный двигатель такой есть. На ту машину, которую я бы себе в действительности купил, 2.4, ну ладно, это потом. Но в любом случае. Вот. И кроме всего прочего, я обращаю ваше внимание на то, что как мы едем, да? Как мы едем? Да мы едем исключительно и правильно. И нас никто не обгоняет. Потому что сейчас я вам расскажу. О, вот он, замечательный, сногсшибательный поворот. Хотелось бы потом еще на своей машине здесь прокатиться. Ну так, чтобы почувствовать драйв, да? И тем не менее, эта трасса, вот за моей спиной Т-Моторс, это Т-Моторс Сити, представляете, ничего не случилось. Ну, да, но тем не менее, мы продолжаем работать. И вот эта замечательная, вся изумительная трасса, она вам открывается в марте, ну, где-то весной следующего года. То есть вы можете сюда приехать, также погонять, это будет красиво и качественно. То есть возможность ускориться, есть возможность, так, поворотики пройти. Супер! Все работает для вас. А то, что 15 километр трассы, ну, пункт номер один. Здесь вы всегда можете прокатиться на картинге, вот он за моей спиной. Вы тут всегда можете прокатиться на своей машине, никаких проблем нет. Посмотрите, как все классно. Ну и вы, естественно, можете себе купить и Volkswagen, и Subaru. Чем ли это не правило? А 15 километров, вы знаете, у нас город Магнитогорск, это, честно говоря, даже не Москва. Это там по МКАДу вы там можете очень долго ехать. Здесь никаких проблем, ну никаких проблем. Просто приехали, просто отдохнули, просто получили удовольствие. В конце концов купили себе машину. Либо в конце концов что-то отремонтировали. Потому что я еще раз говорю, Volkswagen машины не так часто ломающиеся. Все машины ломаются, вопросов нет. Но это не в том количестве. Вот. И либо купили себе субариков. Но будем надеяться, что рано или поздно все вернется на круги своя, и мы здесь вам покажем и Поршики,
и субариков, естественно, фольксвагены, опять же, почему бы и нет. И все то, что вам предлагает Moto City под названием T-Motors.